Здравствуй, мой юный дружок! Сегодня покажу тебе хорошее упражнение для тренировки ловкости рук. Шарики устраиваемся поудобнее на полу. И в коробочку правый, левый забрасываем один за одним. Теперь задача другая, шарики разбросаны по всему залу, и надо, перемещаясь от шарика к шарику, разными руками стараться их забросить разными способами в коробочку. Ну, примерно вот так.